Наступал роковой для всей России 1917 год. Неудачи на фронте сменились успехами, но в тылу проблемы только росли. Смена одного министра за другим, слабость Государственной Думы, забастовки, революционная агитация, искусственные перебои с продовольствием. Не на полях сражений, а в глубоком тылу зародилось предательство, которое привело к катастрофе, погубившей Российскую империю. Что такое? Пьян? Никак нет. Телеграмма из штаба армии. Вам для личного сведения. Ваше превосходительство. Антон Иванович, что случилось? На вас лица нет. В Петрограде восстание. Власть перешла в Государственной Думе. Ожидается опубликование важных государственных актов. Че это с позаранку? Видать, что растряслось. Вона, их благородие, чудные сегодня. Солдаты! В ближайшее время вам будет объявлена важная правительственная, важный манифест! Шел 1917 год, третий год войны. Все случилось внезапно и казалось стихийно. Даже лидеры революционного подполья, находящиеся за границей, только из швейцарских газет узнали о том, что произошло в России. Российский император Николай II отрекся от престола. 22 февраля 1917 года Николай II отбыл в Ставку в Могилев для подготовки весеннего наступления. На следующий день, 23 февраля по старому стилю, 8 марта по новому, в Петрограде прошла демонстрация женщин, отмечавших День работницы. К этому шествию стали присоединяться заводские рабочие. Главный лозунг демонстрации, в которой приняли участие более 100 тысяч человек, – «Хлеба и мира». Митинги закончились беспорядками и стычками с полицией. Хлеба в Петербурге было в избытке, но это был белый хлеб, стоивший немного дороже ржаного. Поставка ржаного задерживалась из-за снежных заносов на железной дороге. В лавках, где продавался более дешевый хлеб, возникли очереди. Кто-то пустил слух о введении хлебных карточек, чего не планировалось вовсе. На следующий день началась всеобщая забастовка. Свыше 214 тысяч рабочих на 224 предприятиях. Еще через день, 25 февраля, дело дошло до вооруженных столкновений. К 27 февраля события, начавшиеся фактически с женской демонстрации, переросли в вооруженное восстание. Бастовали рабочие, бунтовали солдаты запасных полков, на улицах убивали полицейских, появились мародеры. 28 февраля восстал Петроградский гарнизон, 170 тысяч солдат. 1 марта произошло восстание в Москве. Либеральные политики во главе с председателем Государственной Думы Михаилом Родзянко давно вынашивали планы отстранения от власти Николая II, для чего составили целый заговор. А лидер российских либералов Павел Николаевич Милюов даже не погнушался откровенной лжи из вражеских газет. 1 ноября 1916 года в своей известной речи «Глупость или измена» В стенах Государственной Думы он обвинил российские власти в предательстве. Своей целью они ставили установление конституционной монархии, а вместо императора Николая II на русском престоле видели его младшего брата, великого князя Михаила Александровича. Узнав о восстании, Николай II направился в столицу. Но бастовавшие железнодорожники царский поезд не пропустили. Император был вынужден направиться в Псков, в штаб Северного фронта, где фактически попал в западню. Родзянко из Петрограда посылал Николаю телеграмму за телеграммой, а в Пскове на него оказывал давление командующий Северным фронтом генерал Русский. Царя убеждали, что необходимо в очередной раз сменить правительство, а потом стали уговаривать отречься от престола. Российский император запросил мнение командующих фронтами. И неожиданно все, даже его дядя, великий князь Николай Николаевич, высказались за отречение. Все, кроме командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. 2 марта 1917 года, 15:05, император поставил свою подпись под манифестом. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думою признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Император отрекался за себя и за сына, цесаревича Алексея. Новым государем должен был стать великий князь Михаил Александрович. Казалось, что цель заговорщиков была достигнута. Но, породив хаос, они вскоре сами стали его жертвами. Бунтующий Петроград не хотел видеть вообще никакого царя. Михаил тоже вынужден был отречься. Власть в России перешла к Временному правительству. Клянусь честью офицера, солдата и гражданина! Клянусь честью офицера, солдата и гражданина! Обязуюсь повиноваться Временному правительству! Обязуюсь повиноваться Временному правительству! Ныне возглавляющему российское государство! Ныне возглавляющему российское государство! Как без государя жить-то будем? Не знаю, отче, не знаю. Сейчас главное войну закончить. Чуть-чуть еще осталось. Войну? Что война? Не первая она на Руси. А вот кому служить будете? В заключении данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением. В заключение данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Мы сознательно присягаем России и новому правительству, сменившему старую власть, которая выведет нашу Родину на путь счастья и благополучия, забыв всякие между собой партийные и национальные счеты, мы пойдем вперед к победе! Ура! Ура! Так, 3 марта 1917 года окончилась тысячелетняя история русской монархии. Под звуки французской марсельезы страна и народ вступали в эпоху тяжких испытаний. Война навсегда изменила лицо Европы. Упразднение монархии до неузнаваемости изменит Россию. Поначалу февральская революция вызвала в стране взрыв энтузиазма. На улицах Петрограда и Москвы незнакомые люди бросались друг другу в объятия, поздравляли с началом новой эпохи свободы, равенства и братства. Но ликовали далеко не все. Те, для кого понятия «царь» и «отечество» были неразделимы, новой власти служить отказались. Среди них и герой войны Федор Келлер. А большая часть населения огромной страны вообще не поняла, что же, собственно, произошло. Почему, по какой причине царь вдруг отрекся от престола? Ни ход войны, ни экономические обстоятельства этого никак не требовали. Россия вела войну с гораздо меньшими потерями, чем ее противники и союзники. Доля мобилизованных в России составила лишь 39% от всех мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. В Германии 81%, в Австро-Венгрии 74%, во Франции 79%, Англии 50%. Если у России на каждую 1000 мобилизованных приходилось 115 погибших, то у Германии 154, Австрии 122, Франции 168, Англии 125. 11 министров Временного правительства должны были поддерживать внутренний порядок, благополучно окончить войну и созвать Всенародное учредительное собрание для определения нового государственного устройства России. Но в это же время в стране стали стихийно формироваться совершенно новые органы власти. Советы солдатских, матросских, рабочих и крестьянских депутатов. В стране наступило двоевластие. Советы – избранные населением представительные органы власти. 1 марта создан Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, который пытался взять на себя полномочия всероссийского органа власти. Всего в России было создано около 600 советов, во главе которых в основном стояли меньшевики, фракция марксистской социал-демократической партии, и эсеры, партия социалистов немарксистского направления, самая многочисленная из левых партий России. Вопреки распространенному мнению, изначально советская власть не имеет отношения к большевистской партии. Лишь во второй половине 1917 года количество большевиков в советах достигнет 90%. В считанные дни в стране начались экономические проблемы. Так называемую «свободу» каждый понимал по-своему, и многие – как возможность не работать вообще. Начался уже настоящий, а не искусственный продовольственный кризис. Всего через месяц в Петрограде ввели карточки на хлеб. На человека в сутки полагалось по 1 фунту хлеба, 400 грамм, половина современной буханки. А в сентябре норма была сокращена до полуфунта. С каждым днем страна оказывалась все ближе к хаосу и катастрофе. А Петроградский совет издал свой первый военный приказ, который в считанные месяцы уничтожит русскую армию. Приказ номер 1 от 1 марта 1917 года передавал власть в частях из рук офицеров избранным солдатским комитетом. Все приказы могли исполняться только с позволения комитетов. Оружие также отдавалось под контроль комитетов и ни в коем случае не выдавалось офицерскому составу. О любых недоразумениях с командирами солдаты немедленно доносили комитетам. Хотя приказ номер 1 относился только к Петроградскому гарнизону, слухи о нем разлетелись по всей армии. Комитеты стали появляться повсюду, вызвав чудовищное падение дисциплины. Трудно было бы придумать что-либо более безумное, чтобы окончательно развалить действующую армию на фронте в разгар боевых действий. Любой приказ офицера мог быть оспорен. Можно было не идти в атаку, можно было не выносить раненого товарища с поля боя, можно было бросить окоп, когда атаковал противник. И все это как раз накануне решающего наступления, которое готовилось давно и должно было принести России долгожданную победу. Под либеральными лозунгами, благими пожеланиями, благозвучными разглагольствованиями в страну и в армию приходили полное безвластие и беззаконие, и, как следствие, хаос и разруха. Подписав отречение, император оставил и пост главнокомандующего. Эту должность занял генерал Алексеев, начальник штаба императорской ставки. Но ненадолго. Нежелание Алексеева удалить из армии генералов-монархистов вызвало недовольство Временного правительства. Советы тоже были против Алексеева, поскольку он защищал право офицера быть полновластным командиром. Вскоре главнокомандующим стал всеобщий любимец генерал Брусилов. На его плечи легла ответственная задача. Летом 1917-го русская армия должна была провести наступление по всему Восточному фронту, чтобы, наконец, разбить Германию и ее союзников. У русской армии было достаточно боеприпасов. Количество изготовленных в 1917 году снарядов к орудиям основных калибров превосходило показатели предыдущих лет. К апрелю 1917 года запасы артиллерийских снарядов выросли и достигли максимума – до 4000 на одну 76-миллиметровую пушку. Несмотря на большой расход снарядов в ходе операции 1917 года, их резерв на каждое орудие к ноябрю 1917 составил 2000 снарядов. На высоте также был и уровень подготовки артиллеристов. Солдаты и офицеры имели немалый боевой опыт. Не хватало только одного – дисциплинированных частей. Немедленно на позиции. Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете? Не прошло и нескольких месяцев, а некогда образцовую русскую армию было не узнать. Митинги, отказы подчиняться командирам, распущенность, пьянство и дезертирство. На Юго-Западном фронте солдаты, сохранившие дисциплину, вместе с офицерами стали собираться в добровольческие подразделения. Так стали создаваться формирования, которые называли «части смерти». Самыми необычными из добровольческих частей стали так называемые «женские батальоны смерти». Идею их создания предложила Мария Бочкарёва. Мария Леонтьевна Бочкарёва, крестьянка, добровольно отправилась в армию. Принята в резервный батальон только после того, как отправила телеграмму царю, и Николай II лично распорядился взять ее на службу. Поначалу являлась объектом насмешек, пока не показала себя исключительно храбрым солдатом. Дважды ранена. За мужество награждена 2 георгиевскими крестами. В 1917 году ей был присвоен чин подпоручика. Солдаты! Солдаты революции! Вы единственная надежда России! 3 года в окопах! Героиню войны поддержал военный и морской министр Временного правительства Александр Керенский. Его супруга агитировала молодых девушек вступать в женские батальоны. Сам же Керенский уговаривал армию. Он носился по фронтам, выступал на митингах и призывал солдат к одному – наступать. Керенский Александр Федорович, адвокат, прославился, защищая в суде права крестьян. Великолепный оратор. Во Временном правительстве получил пост министра юстиции. С мая – военный и морской министр. Примечательно, что отец Керенского был директором гимназии в городе Симбирске, в которой учился Владимир Ульянов-Ленин. Молодые прапорщики и гимназистки обожали душку Керенского до истерики. На митингах он производил впечатление и на солдат, убеждая их идти в бой. Но у боевых офицеров эта активность вызывала лишь усмешку. Министра прозвали главноуговаривающим, а июньское наступление вошло в историю как наступление Керенского. Зря ты с этим солдатским комитетом так завелся. На трибуну вылез, уговаривал идти на войну. И что? Высмеяли тебя только и всего. Даже грозились убить. Но все разведчики были за меня. Я с ними с 16-го года вместе. И вместе мы победим. Борька, Борька, уже офицер. А говоришь, как романтический гимназист. В разведку. Ночью. Один. Безумие. Немец уже убаюкан от нашей бездеятельности. Я себе точку высмотрел. Оттуда их траншеи очень хорошо видно. А там, может, Георгия возьму. Эх. Пора. скажешь Архипову, пусть ждет на рассвете. Архипов, ты? Ах ты гнида! Вот тебе наступление! И война до победного конца. Ходу! Кончай Лазаря петь! Живой он еще! Бегом за санитарами! Слушаюсь! Бойко, держись! Из всех выбывших по ранению за время июньского наступления только 10% оказались тяжело ранеными, 20% контужены. Остальные 70% легкораненые, чаще в пальцы или кисть руки, что наводило на мысли о самостреле. Многие даже не снимали повязок в медпунктах. Симуляция была относительно безопасным способом дезертирства, которое приняло колоссальные масштабы. Дезертирство – самовольное оставление места службы или поля боя. Если в 1916 году в каждом военном округе задерживалось в среднем от 193 до 462 дезертиров в неделю, то в 1917 от 1400 до 2200 человек. За три первых года войны из всей российской императорской армии дезертировали 200 тысяч человек. А только за 4 месяца после февраля 1917-го 2 миллиона, более 20% всего личного состава. Для сравнения, за всю Великую Отечественную войну количество дезертиров не превысило и 1%. Наступление Керенского началось мощно. Ураганная артподготовка, яростный натиск частей смерти позволили поначалу добиться успеха. Однако полки, которые должны были поддержать атакующих, забыли, какие клятвы они давали Керенскому. Вместо того, чтобы идти в бой, они устраивали митинги и оставались в своих окопах. Добровольцы-ударники истекали кровью, но поддержки не получали. Когда противник начал переходить в контратаки, солдаты бросили окопы, прихватив оружие, и толпами хлынули в тыловые города. Ваше превосходительство, известие из города. Что там? Мародеры, чуть не батальон. Магазины и лавки грабят. 2 горожан убили. Ваша помощь нужна. Чтобы их всех. А гарнизон что? Ими советы командуют. Да и сами туда же. Кто сбежал, кто боится. Свободен. Слушаюсь. Сафронов, возьмите эскадрон и направляйтесь в город. Наведите там порядок. Мы следом. Слушаюсь. Если нужно, стреляйте в эту сволочь. Погибла Россия. Теперь погибла совсем. Виновным за провал наступления назначили верховного главнокомандующего генерала Брусилова. Ему даже не объяснили, в чем он провинился. Керенский лишь направил короткую телеграмму с требованием сдать дела. Место Брусилова занял генерал Корнилов, что вызвало энтузиазм среди офицеров. Новый командующий был популярен. Вся армия знала о его подвигах, а побег из плена сделал Лавра Георгиевича личностью легендарной. Корнилов потребовал от Временного правительства не вмешиваться в армейские дела и разрешить самые суровые меры против дезертиров, мародеров и нарушителей дисциплины. Правительство согласилось. Была даже восстановлена смертная казнь за военные преступления, отмененная революцией. Иначе было нельзя. После провалившегося наступления Керенского Корнилов заявил корреспонденту газеты «Московские ведомости», что охватить размеры постигшего Россию бедствия сейчас не в состоянии простой человеческий ум. Из воспоминаний барона Врангеля. С вступлением генерала Корнилова в должность верховного главнокомандующего в армии стала ощущаться крепкая рука. Начальники, почувствовав за собою поддержку сверху, приободрились и стали увереннее. Солдаты подтянулись. Но если на фронте удалось навести хоть какой-то порядок, то обстановка в тылу становилась все более напряженной. Противостояние Временного правительства и Петроградского совета в июле 1917 года вылилось в кровопролитие. Победа осталась на стороне правительства, во главе которого встал Керенский. В августе германские войска начали наступление в Латвии и атаковали Ригу. У русских частей были все возможности отбить удар, но полгода революции превратили армию в толпу. Вернуть им боевой дух не смогли даже строгие дисциплинарные наказания. Революционное воинство попросту бросило позиции. Немцы заняли Ригу. Падение города вызвало новый политический кризис. Корнилов потребовал от правительства навести, наконец, порядок в стране. На Петроград по его приказу двинулись войска. Керенский объявил генерала мятежником и призвал всех на защиту революции. Выступление Корнилова провалилось. Главнокомандующий и несколько генералов были отправлены в тюрьму. Во главе армии встал сам Керенский. Казалось, этот человек сосредоточил в своих руках огромную власть. Но на самом деле и правительство, и Керенский все меньше контролировали ситуацию в стране. Россия уже буквально разваливалась на куски. Из ее состава вышли Украина и Финляндия. Об отделении говорили на Кавказе и в Средней Азии. Все сильнее становилась позиция большевистской партии во главе с Владимиром Ульяновым-Лениным. Несколько месяцев назад, в январе 1917-го, в эмиграции Ленин говорил: «Мы, старики, не доживем до решающих битв революции». Его партия была полным аутсайдером. Но большевики не гнушались никакими лозунгами, обещая отдать заводы и землю рабочим и крестьянам. Ни одно из этих обещаний не будет выполнено, но решительная агитация за выход России из войны в считанные месяцы превратила партию большевиков в политического фаворита. Существует версия, что большевики во главе с Лениным получали денежные средства от германского правительства на организацию революции в России, а также о том, что Ленин и его соратники были переправлены в Россию при поддержке немецкой разведки. По этому поводу между историками до сих пор идут ожесточенные споры. Кроме немецких источников финансирования, называются также банки и организации в США и в других странах, которые активно поддерживали разрушение государственного строя Российской империи. 25 октября 1917 года в Петрограде произошел вооруженный переворот, и Временное правительство было свергнуто. Его место занял Совет народных комиссаров во главе с Лениным. На следующий день был принят декрет о мире, призывающий все воюющие стороны прекратить боевые действия. Вскоре весь мир был повергнут в шок. Большевистское правительство подписало с Германией перемирие. В марте 1918 года в Брест-Литовске делегация во главе с Троцким подписала с Германией мирный договор. От территории Советской России отторгались Украина, Латвия, Литва, Эстония, часть Белоруссии, Карская и Батумская области. Русская армия и флот должны были демобилизоваться. Черноморский флот передавался Германии и ее союзникам. Россия выплачивала Германии компенсации в размере 6 миллиардов марок и 500 миллионов золотых рублей. За годы правления династии Романовых с 1613 по 1917 годы Россия пережила около 40 войн. Русское государство не всегда одерживало победы, но ни разу не оставило врагу ни клочка своей земли, даже после поражения. Территория страны только увеличивалась. За эти 300 лет Россия не выплатила ни копейки военных компенсаций. Теперь, для того, чтобы кучка большевиков осталась у власти, Советская Россия отдавала врагу территорию с населением 56 миллионов человек, треть населения Российской империи, на которой находились 27% сельскохозяйственных угодий, 26% железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности. Здесь выплавлялось 73% стали, добывалось 89% каменного угля и производилось 90% сахара. Здесь находились 918 текстильных фабрик, 244 химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных завода и проживало 40% всех рабочих. Страна, которая вчера находилась в шаге от победы над Германией, теперь все это отдавало своему врагу. Лишь после Великой Отечественной большая часть этих территорий будет присоединена к Советской России. Но в марте 1918 года страна выходила из войны униженной и опозоренной. Новая власть предала и союзников, и народ, и армию, сделав напрасным героизм солдат, их мужество и пролитую ими за родину кровь. Россия вышла из войны. В 1917 году едва ли не последним русским соединением, воюющим против Германии, оставался русский экспедиционный корпус во Франции, где воевал Родион Малиновский. Но после февральских событий часть русских солдат корпуса взбунтовалась и потребовала возвращения на родину. Они собрались в военном лагере Ла-Куртин и были объявлены мятежниками. Дошло до небольшой гражданской войны. Против восставших бросили тоже русских, тех, кто был готов воевать до победы. Мятеж был подавлен. Зачинщиков расстреляли, а остальных отправили на работу в каменоломни или в тюрьмы Северной Африки. Родион Малиновский оказался среди мятежников. Он был ранен, попал сначала в госпиталь, а потом на каторжные работы. Через 2 месяца работ ему предложили поступить на службу в русский легион марокканской дивизии. Пусть подпишет. Это ваше согласие добровольно вступить на французскую службу. Согласны? Да. Подписывайте. Русский легион вошел в состав знаменитой марокканской дивизии. Весной 1918 года ее солдатам предстояло очередное испытание. Германская армия готовила мощное наступление. Выход России из войны показался Германской империи подарком судьбы. Освободились тысячи солдат и офицеров, которых теперь можно было использовать на Западе. Но немецким генералам приходилось торопиться. Во Францию прибывали подкрепления из-за океана. Немецкое наступление готовилось очень тщательно. Почти месяц проводились интенсивные тренировки. Для поддержки с воздуха была выделена 1000 аэропланов. Удар было решено нанести по войскам Британской империи. Германская разведка посчитала их слабее французов. Ранним утром 21 марта на позиции англичан обрушился град снарядов. В тот же день немецкие артиллеристы начали обстреливать Париж. В действие вступило суперорудие «Колоссаль». «Колоссаль» или «Парижская пушка». Орудие фирмы «Круп». Дальность выстрела 130 километров. Ни одна пушка в мире не была способна выпустить снаряд на такое расстояние. Вес сверхорудия 256 тонн. Передвигался этот артиллерийский комплекс только по железной дороге. Обслуживали пушку 80 моряков германских ВМС под командованием адмирала. Первые снаряды, упавшие на Париж, вызвали панику среди населения. Никто даже представить себе не мог, что вражеская артиллерия может дотянуться до больших бульваров. Прямым попаданием была разрушена церковь Сен-Жерве в тот момент, когда в храме шло богослужение. По разным данным, под обломками погибло от 60 до 90 человек. За 44 дня «Колоссаль» выпустила по Парижу 303 снаряда. 183 из них упали в черте города. Но парижская пушка не смогла запугать французов настолько, чтобы запросить мира. Армия сражалась с еще большим упорством и ожесточением. И едва ли не отчаяннее всех воевал русский легион марокканской дивизии. Эта маленькая воинская часть поражала союзников своей храбростью. Под ураганным огнем ее бойцы вставали в полный рост и шли в штыковую атаку. И никогда не поворачивали назад. Весной 1918-го французы дали легиону название, которое закрепилось за ним навсегда. Русский легион чести. Сдается мне, нас окружили! Надо до темноты продержаться! Немец ночью атаковать не станет! Братцы! Раздобудьте мне иголка с ниткой! Он что, этой иголкой немца колоть будет? Держи. Родионушка? Да. Немца в окопе видишь? Да. А ну, прижми его огнем! Есть. Батальон! За мной! Не стрелять! Здесь свои. Кто такие? Русский легион. Капитан Прачек. Да здравствует Россия! Немцы стояли уже в 56 километрах от Парижа. Один день марша, и германская пехота торжественно пройдет по Елисейским полям. За март и апрель 18-го союзники потеряли более 250 тысяч солдат. Немцы – около 240 тысяч человек. Но к лету численность американского экспедиционного корпуса превысила 1 миллион человек. Весь июнь и июль немцы пытались прорвать фронт и закончить войну победой. Но им попросту не хватило солдат. 8 августа 1918 года в наступление перешли союзники. Первая мировая война вступила в заключительную фазу. Чё, отвоевался немец, да? Получили по шее. То-то же. Господин капитан, пленных много. Не то слово. Батальон. Штаб полка. Еще 3 батальонных командира. Давно такого не видел. Чтобы нанести поражение Германии, войскам Франции, Великобритании и их союзников понадобилось 100 дней. В начале осени в Берлине поняли, что наступает конец. Но в войска ушел категорический приказ ни пяди земли не оставлять без ожесточенной борьбы. Немецкое командование пыталось выторговать себе выгодное положение для будущих мирных переговоров. Французы, англичане, шотландцы, ирландцы, канадцы, индийцы, австралийцы, новозеландцы, бельгийцы, португальцы, американцы – все, кто воевал на Западном фронте, рвались вперед, и почти каждый день приходили сообщения о новых победах. Финал наступил в начале ноября. Фронт немецких войск рухнул. В самой Германской империи началась революция. Все французские учат. Выйманами. Как думаешь, скоро на передовую? Наверняка. Видел, сколько войск нагнали? Артиллерия, танки. Эх, и надоело же, мать честная. Ладно, пора на обед, а то как нагрянет. Братцы, новость! Конец войне! Ура! 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 Война закончилась! Война! Ура! 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 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу в купе пассажирского вагона было подписано перемирие. Германия капитулировала. Еще раньше это сделали ее союзники – Болгария, Турция и Австро-Венгрия. Так, осенью 1918 года закончилась Первая мировая война. Адольф? Адольф, ты слышал? Капитуляция. Мы разгромлены. Предатели, измена. Это все марксисты и евреи. Они предали Германию. Предатели. Это все марксисты и евреи. Мы отомстим. У него истерика. Санитары. Позовите санитаров. 28 июня 1919 года, ровно через 5 лет после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в Версале Германия подписала мирный договор, не менее унизительный для нее, чем тот, который она заставила подписать большевиков в Бресте. Немецкие колонии и некоторые земли самой Германии переходили в руки союзников. Германии запрещалось иметь регулярные вооруженные силы. Страна обязывалась выплатить союзникам 269 миллиардов золотых марок, эквивалент примерно 100 тысяч тонн золота. О размерах этих репараций можно судить по тому факту, что Германия завершила их выплату лишь 3 октября 2010 года, последним траншем в 70 миллионов евро. Согласно Версальскому мирному договору 1919 года, немецкий кайзер Вильгельм II был объявлен военным преступником и главным виновником мировой войны. Поэтому он должен был нести ответственность перед судом Международного трибунала. Германская империя была уничтожена и растоптана. В стране началась революция, а демобилизированные военные ушли в политику. Среди них был и Адольф Гитлер. Узнав об условиях Версальского договора, французский маршал Фердинанд Фош сказал: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Он ошибся всего на 2 месяца. Через 20 с небольшим лет начнется Вторая мировая война. Те, кто заканчивал Первую мировую солдатом, станут офицерами, генералами и маршалами. К 1940 году гитлеровские войска захватят практически всю Европу и войдут в Париж. По приказу Гитлера из музея в Компьенский лес будет доставлен тот самый вагон, в котором некогда Германия признала свою капитуляцию. Именно в нем теперь уже Франция признает себя побежденной. Еще через год немецкая армия вторгнется в Советский Союз и дойдет до Москвы и Волги. Лишь в 1945 году советские войны поднимут флаг победы над поверженным Рейхстагом. Но в 1918 году никто даже помыслить не мог, что бывает что-то ужаснее, чем та война, которую пережил мир. 10 миллионов солдат и более 20 миллионов мирных жителей стали ее жертвами. С карты мира исчезли могущественные империи – Османская, Австро-Венгерская, Германская, Российская. Мир узнал о воздушных бомбардировках и газовых атаках. Артиллерия теперь наносила свои удары на десятки и сотни километров. На смену кавалерии приходили танки. Из мемуаров Уинстона Черчилля. Не достигнув значительно более высокого уровня добродетели, люди впервые получили в руки такие орудия, при помощи которых они без промаха могут уничтожить все человечество. И люди хорошо сделают, если остановятся и задумаются над этой своей новой ответственностью. Смерть стоит на чеку, готовая обратить в порошок все, что осталось от цивилизации. Мир становился иным. Навсегда ушло время, когда 2 государства могли разрешить свои споры войной только между собой. Отныне даже малый военный конфликт в самой отдаленной части планеты будет отзываться по всему миру вспышками политической и военной агрессии. Наступала другая эпоха. Эпоха, когда человечество оказывалось ответственным за все, что происходит на планете. Когда в 1919 году победители перекраивали послевоенный мир, российских дипломатов среди них не было. В России шла гражданская война, разделившая Великую империю на 2 лагеря. Алексей Алексеевич Брусилов, уйдя в отставку, жил в Москве. Принимать участие в братоубийственной гражданской войне отказался. Позже стал военным чиновником Красной армии. После его смерти в 1926 году вдова Надежда Владимировна Брусилова-Желиховская уехала за границу. Лавр Георгиевич Корнилов стал одним из лидеров Белого движения. Возглавил добровольческую армию на Дону. Организатор ледяного похода. Погиб в 1918 году при штурме Екатеринодара. Антон Иванович Деникин после гибели Корнилова стал командующим добровольческой армией, а затем вооруженными силами Юга России. В 1919 году наступление Деникина поставило под вопрос существование советской власти. Но к 2020 году армия Деникина была вытеснена в Крым, а сам он навсегда покинул Россию, передав пост главнокомандующего Петру Врангелю. Скончался в 1947 году в США. Барон Петр Врангель был произведен в генерал-лейтенанты и получил прозвище «Черный барон» за форму одежды – черную черкеску. После отставки Деникина принял командование остатками Белой армии, но потерпел поражение. С минимальными потерями организовал эвакуацию военных и беженцев из Крыма в Константинополь. В эмиграции организовал Русский общевойсковой союз. Скончался в 1928 году в Брюсселе при невыясненных обстоятельствах. Родион Малиновский получил высокую французскую награду – военный крест с серебряной звездочкой. Через несколько месяцев после окончания Первой мировой он возвратился в Россию, где вначале был арестован как иностранный агент. Товарищи, в чем дело, братцы? Что в чемодане? Слушайте, там книги. Всем там открыть книги. Чемоданы! В чем дело? Вы что? Сейчас посмотрим. Значит, контра! Ну что ж, слушайте, пошли гнида! Это недоразумение. В ближайшей стенке его! От расстрела его спасло только чудо. Вскоре он вступил в Красную армию, а после гражданской войны окончил военную академию имени Фрунзе. Воевал в Испании, где его знали под псевдонимом Малино. Во время Великой Отечественной назначен командующим Южным фронтом. В 1944 году Родион Яковлевич Малиновский стал маршалом Советского Союза. В 1957 – министром обороны СССР. Скончался в Москве в 1967 году. Спустя 2 года в свет вышел его автобиографический роман «Солдаты России», где главное место занимал рассказ о страшных годах первой для него войны, о людях и событиях, о подвигах и трагедиях одной из самых страшных войн в истории человечества.